улица Федерации постепенно преображается. Еще несколько недель назад здесь нельзя было пройти. Дороги были разрыты, тротуар только начинали укладывать. Сейчас очертания современной центральной улицы уже видны. Брусчатка тротуара почти уложена, подрядчики готовятся к асфальтированию проезжей части. Дорога стала меньше, а парковка будет параллельной. Сделано это для расширения зоны пешеходной. Осталось буквально нам убрать под землю провода. Все уже кабель-каналы, новые трассы проложены. Сейчас надо переподключать потребителей. Поэтому, как мы и планировали, все работы идут четко по графику до 15 ноября. Тяжелая техника отсюда уйдет. И до конца года будем проводить совместно с собственниками помещений, которые расположены на этой улице, уже благоустроительные работы. Рестораторы работами довольны. Отмечают, что фасады домов будут в едином стиле. Никаких кричащих вывесок и рекламы. Над внешним обликом думают сообща. Но приводить дома в порядок собственники уже начали. Правда, некоторые здания находятся в плачевном состоянии и требуют капитальных изменений. Их, как отметил глава города, решено оставить на следующий год. Внешний облик улицы станет больше располагать гостей к посещению ресторанов. Наш генеральный директор ведет прямую работу с людьми, которые проектировали. То есть была такая довольно-таки плотная работа совместная по поводу именно благоустройства того, как все должно выглядеть. Но самое интересное на Федерации – детали. Интересные фонари уже привлекли внимание ульяновцев и рискуют стать новой локацией для фотосессий. Над ними трудились местные кузнецы из компании «Корч». Всего в течение ноября на улице установят 23 фонаря. Как рассказал кузнец Александр Корч, изначально по проекту были предложены фонари в форме дуги. Но художникам хотелось придумать свой образ и не повторять уже существующие. Когда вы нам отдадите все фонари? Все? Все, я думаю, наверное, через 3 недели. На этой неделе, скорее всего, еще будет. До 1 декабря -то уложимся за месяц, за ноябрь? Да, конечно. 1 декабря, конечно. Чтобы выставиться? Скорее всего, даже раньше. Установкой фонарей подрядчики завершат первый этап реконструкции. В честь этого события в администрации анонсировали большой праздник, который проведут в декабре совместно с рестораторами. К Новому году улицу украсят еловыми ветками, гирляндами и шарами. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Улправда ТВ.